Вот такие хорошие дружные сходы. В принципе, за неделю, сегодня 3 марта, за неделю они все зашли практически. Вот некоторые есть еще петельки. Даже меньше, чем за неделю, появились сходы. Все отлично. Поэтому советую всем выдерживать семена, если позволяет время, до часу, возможности, в теплом растворе марганцовки. Стоят на светлом месте. Сейчас солнышко у нас. Все отлично. Будут расти, естественно, теперь без пленочки. В таких условиях. Стоят просто на подоконнике, на светлом, теплом месте. Всем пока, до новых встреч!